Ережені білесіз, ережені бұзбаймыз. Кстати, тот же Махмуд Мурадов предсказывал победу нокаутом во втором раунде от Али Худжаева. Спортке қызықадыған айзы обыныншылар, адреналинге бой мұсабақаларыны көріп, мумайгені пүл ішіліп алышыны қоқлайсыз ма? Бұны елі жүді осам. Комментариядегі бірінші ссылқа арқалы рөйхаттан отып, кафалатланге 3 миллион сомны қолге кіріптейін. Омадингізіні снап көрін. Да, посмотрим, насколько Махмуд Мурадов окажется правым. Либо же Санжел Тажиев закончит бой досрочно в первом. Первый раунд. Довольно-таки высокие бойцы. Это, напоминаю, легкий вес, весовая категория до 73. Сразу же с джебов начинает Санжар. Сдалека зашел. Выжидает Али Худжаев. Пока должен. Пытается работать вторым номером, да? Должен подключать Али Худжаев удары ногами. Ждем. Учитывая все-таки базу Санжара Тажиева. А вот Санжар, конечно же, должен заходить очень. И встречать своего оппонента. Хороший такой middle kick был на выходе. Отличная серия. Обрати внимание, оба спортсмена в большинстве предпочитают работать именно с дистанции. Да. Расстреливать. Оправданно, учитывая размах рук двух оппонентов. Знаешь, так по-боксерски пытался сейчас встретить передней рукой, левым хуком. Санжар Тажиев. Мидл-кик сразу же. Выстрелил. Умеет он подбирать время для этого удара. Еще раз. Я так понимаю, все-таки Али Худжаев посмотрел поединок Витала Павловского. Да. И тейкдаун. Сможешь ли удержать своего оппонента в партере? Да, сейчас Тажиев встает, но запускает за спину. Все-таки не решился, да, работать в стойке. Это тоже, наверное, такой знак, да, кто первый пойдет бороться из двух ударников. Но очень выгодная позиция сейчас у Али Худжаева. Пытается добивать. Санжар, кажется, не был готов к тому, что Амирхон пойдет бороться. Знаешь, многие недооценивают партер Тажиева, но поединок против Балжана Куанышбаева в рамках одного из гран-при в Казахстане. Все-таки там были моменты, связанные с партером. Что творит Санжар? Вот это да! Вот о чем я и говорил. Взорвался, но вот не хватает контроля. Что за подхват это был? Забирает шею! Ошибка Тажиева. Санжар. Но нету замка еще. Вот эта правая рука очень тревожно так лежит на шее. Очень опасно за захват такой. Небольшая пауза. Контролирует левую руку оппонента, пока Санжар понимает, что если он ее вытащит, дела будут плохи. Нужно приподниматься. Ему сейчас подсказывают, что ему нужно встать на ноги. Меньше 2 минут остается до окончания первого раунда. Амирхон пытается закрепиться в этой позиции. Есть, удается ему все-таки это делать. Но схватит ли? Опять маунт. Опять садится в маунт. Санжар Тажиев. Высокий маунт, кстати. Очень опасный маунт. Но опять-таки, где контроль? Все-таки сказывается то, что это не базовый борец. Да, уже второй раз за 2 минуты, даже меньше, он садится в маунт и так легко дает себя свиповать. Очень грамотно сейчас работает уже Али Худжаев здесь. Локти активизировал. Еще попадание. Да, обходит ноги. Остается на спине Санжар. Вот апкика! Апкиком сейчас. Апкик и потрясен Али Худжаев. Капа, обрати внимание, вылетела буквально. Да, нужно работать, активизироваться. Амирхон активно сейчас. Активно отдыхает. Восстанавливается, да, неправильно слово я подобрал. Но апкик был очень таким своевременным, точным, потряс однозначно Амирхона. Чуть меньше минуты осталось до конца раунда. Да, оправдывают, конечно, ожидания бойцы.
добавляет удары с локтя, корпус, еще попадание, о, хорош, граунд энд паунди здесь, Али Ходжаев отключает одну руку Тажи, возможно, ему даже не стоит сейчас пытаться вставать, слишком мало времени, не стоит, наверное, тратить на это силы. Еще раз апкик. Что творит Санжар Тажиев? Встает на ноги под конец раунда. Но вот опять без проблем переводит своего оппонента Амирхон. Очень важный такой тейкдаун под конец раунда. Очень эмоционально тут секундирует. С одной стороны Махмуд Мурадов, с другой стороны Жалган Жумагулов. Едва и все бойца, да? Да, скажем так, своих подопечных. Раунд качели просто. Я не знаю, как его оценить, если честно. Но пока оправдывают все ожидания. Очень красочный такой раунд у нас получился. Чего стоит один апкик, да? И потрясение. Давайте взглянем именно на этот апкик. Я надеюсь, нам этот момент покажет. Вот тот самый первый тейкдаун, не был готов Санжар к такому повороту событий. Мне кажется, он был настроен только на работу именно в стойке. Но Амирхон здесь его немножко разочаровал. Колено. И вот, вот тот самый подхват. О, что это было? Здесь немного засуетился, наверное. Санжар упустил эту позицию. Но... апкик не влез, да? Хайлайты. Слишком хайлайта. Да, слишком много было всего, и невозможно все это показать. Пришлось бы целый, наверное, раунд пересматривать. Очень красочный раунд. Ну что, не торопится Санжар Тажиев вставать. Что произошло? Врач подошел. Что-то с рукой, кажется, у Тажиева. Неужели это все? Что это было? Что-то с левой... Все, стоп! Стоп! Да, очень красочный раунд. Многообещающее такое было продолжение. Было бы. Есть какая-то недосказанность в этом поединке. Ну что, в любом случае, победа есть победа. Поздравляем Амирхона Алихуджаева. Чем-то недоволен Тажиев. Ну и второй раз уже устраивает потасовку Тажиев. После окончания поединка. Попахивает реваншем. Чем-то напоминает историю с Павловским. Вот этот самый момент. Кажется, не понравилось Санжару то, как праздновал свою победу Амирхон Алихуджаев. Ну, знаешь, это его момент. Согласен, согласен. Здесь нельзя такие претензии, наверное, предъявлять своему оппоненту. Это его момент, он победил. Санжар отказался от продолжения. И вот так вот эмоционально имеет право, мне кажется, Амирхон Алихуджаев праздновать так победу. Да, приносит свои извинения, хотя, думаю, тут не очень извиняться. Но опять есть какая-то недосказанность в поединке Санжара Тажиева. И кажется, не отходя от кассы, ребята договариваются о реванше. Насколько я сейчас правильно услышал бойцов. Да, ну вот я не совсем понял, в чем вот проблема с пальцем большим, или либо самой кистью, или с рукой при ударе. Да, вот сейчас обратите внимание, врач осматривает кисть. Ну, знаешь, бои можно продолжать с одной рукой, на самом деле. Ну, бои можно выигрывать с одной рукой, скорее всего. Я, конечно, это не пробовал делать, но говорят... что один дзюдоист, знаешь, выиграл Олимпиаду с одной рукой. Точнее, стал призером, забрав бронзовую медаль.
Ну, это дзюдо, конечно же, а здесь ММА. Но учитывая тот факт, что руки – это оружие Санжара. Ну, возможно. Знаешь, возможно, такой исход – это и хорошо. Мы сейчас получим некое продолжение. Чуть поторопился анонсер. Не нокаутом, кажется. Сказал, он нокаутом сказал, да? Анонсер. Техническим нокаутом. Техническим нокаутом. Сонымен ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы Амирхон Алиходжаев.